Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Не шкода, російські матері й дружини продовжують відправляти своїх чоловіків до м'ясорубки. Ти ж розумієш, що є там процентів 90 погибну першу там неділю бойов, ну, я умру. Она говорит, ну, зато ты умрешь как мужчина. Типа, все будут тобой гордиться, и Мишка будет, ну, мой сын, будет считать тебя героем. И жена будет вдовой героя, я такой, понятно. Помимо моего будущего в России и будущего моего сына, у меня еще отняли мать и пытались отнять жизнь. Поступает к нам в палату один мужик. Ему в колено прилетел осколок, вояка, ДНРовец. Осколок с коленом проблема большая. Он с врачом говорит, что делать, как делать, врач ему говорит. Надо 1140 рублей, и мы твое колено попытаемся собрать, уцелеть, чтобы ногу не ампутировать. Он говорит, ну хорошо, я позвоню жене, он сам с Макеевки, приедет жена, будем что-то решать. Это все же в палате происходит. Вот приезжает его жена, и она говорит, дорогая, так и так, вот, чтобы нога, не, что-то с ней делать, чтобы она уцелела, надо 1140 рублей, и доктор постарается прооперировать, нормально все сделать. Она ему говорит, Вовчик, какая операция? Я уже все узнала. Мы получаем компенсацию 3 миллиона, гарантированно, если у тебя не будет ноги. Поки одні благословляють на війну, інші відчайдушно намагаються повернути синів з полону. Кажуть, відправляли дітей на строкову службу і не втямки. Як вони опинилися в епіцентрі бойових дій? В даний момент мій ребенок знаходиться в плену. Ему 19 лет. Мы ждем его здесь. Любим и очень надеемся на то, что вы увидите это видео и обязательно примете какое-либо решение. Там находится не только мой ребенок, там находится еще детки других родителей, которые тоже ждут их, любят. Я вас прошу, пожалуйста, сделайте все возможное. Отменяйте наших детей на ребят с Азова. У цей час російські пропагандисти готують населення до того, що гарної розв'язки не буде. Дітей не рятуватимуть з полону, а їм на заміну привезуть інших дітей. Дорослого населення на болотах вже не вистачає. Скажу, може бути, неприємну річ для многих, тим більше родителів цих парней, які знаходяться в плену. Ну їх не можна міняти. Не можна, тому що вони здались без бою. Загалом, уже понад тиждень, як українські війська зайшли до Курської області. І понад тиждень, як російська влада мовчить. На офіційних сайтах кремлівської верхівки про події у Курській області ані слова, мовчить і Путін. Владимир Владимирович, як ви допустили, що, в Курську область вийшли враги? От скажіть, пожалуйста, мені. Ответьте на вопрос. Вот еще. Еще у меня вопрос к властям Курска. Ребят, честно, извините меня, конечно. Ребят, вы совсем депутаты? Вы совсем по 10 тысяч рублей пострадавшим людям вы платите? Это вообще, это за гранью моего понимания. Честно. Еще у меня вопрос. Александр Иванович Бастрыкин. Вы глава разведки. Что вы сделали? Как так вы допустили, что они вообще вошли на нашу территорию? Скажите мне, пожалуйста, как вы так допустили? И что вы сделали, чтобы это прекратить? Вы на них завели дело. Этой бумажкой, которую вы завели дело, только могут украинцы, могут только подтереться. Пропагандисты нагнетають. А главное, посмотрите, да, насколько они косплеят, извините за этот термин, своих нацистских предшественников. Ну, вот прям на удивление.
Залетели, и что они делают? Они угоняют мирных жителей в рабство. А це ті самі раби діляться враженнями від українців в гостях. Люди, повірте, то, що говорять по телевізору, це неправда. Там все одна лож. Ніхто, ніхто, просто ніхто. Адміністрація збіжала, поліція збіжала, пожарні збіжали, всі збіжали. Розвідка заходила, перших українських солдат. Ми були в підвалі з мамою во время обстрілу. А вечером они сами пришли в подвал, видимо, прочесывали, и сказали, что мы в этом доме находимся. Я сказал, что я хозяин дома, мы, говорит, ничего не будем не ломать, вы не беспокойтесь, мы не мы никого не расстреливаем, то есть очень вежливо. Обычные украинские парни, мобилизованные. Вот. И вы тут находитесь, не выходите. И на следующее утро, когда я пришел, их уже не было. Они ушли. Ничего не взяли, ничего не сломали. Консервы. Тушенки. Поделитесь. Я поделюсь с людьми, хорошо. Да, чтобы мы всем не развозили, просто отдайте там, я вам кому там, надо. Там, в коробке. Нет, это все вам. Это все вам. Да вы что? Поделитесь. Вы что тут на улице знаете, кто, да, да, кто и что хорошо, не собирает. Спасибо большое. Сейчас я бабу Валю позову, чтобы это сделать. Возьмете. Подождите, Вовчик, и подождите, мои родные. Ой, Господи. Ой, дай Бог вас здоровья, хай вас Боженька береже. Да, все нормально. Да, все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Да, все хорошо. Ни воды, ни хлеба, ни газу, ничего. Ну, ми зараз вам дамо води і дамо такої, щоб пити можна. І дамо вам щось поїсти. Бабуль, держите. Возьмите, это покушать. Я не знаю, как попить. Не знаете, как попить? Да. Давайте. Бабуль, вас заберут в больницу, не переживайте. Мы не русские. Бросать не будем. Помогите своим в коридор какой-нибудь. Пускай договорится Путин с вашим Зеленским. Я не знаю, какие тут надо отношения, чтобы нас куда-нибудь туда... А ваших бюджетах, на обмен, или как угодно. Очень хочется какую-нибудь договоренность, ребята. Нам молодцы, спасибо вам. Очень хорошо относитесь. Ну, вы сами поймите, мы хотим своим детям вернуться, поехать. Знаете? Поки цивільні куряни просять про допомогу і намагаються домовитись про швидку розв'язку незручної ситуації, на російському телебаченні пропонують іншу долю для курян. Вот надо их окружить и уничтожить все.